Штормовое предупреждение объявлено сегодня в Краснодаре. Весь день будет бушевать сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, предупреждают синоптики. Горожанам стоит взять с собой зонты и одеться потеплее. По сравнению со вчерашним днем похолодает до 11 градусов. Что касается остальных районов Краснодарского края, то в горной части метеорологи прогнозируют густые туманы. На побережье шквалистый ветер до 25 метров в секунду. В Сочи все оперативные службы находятся в режиме полной готовности. Руку на пульсе держат и спасатели Краснодара. В случае возникновения аварии горожанам нужно звонить по телефону 214-33-36 и по единому номеру вызова экстренных и оперативных служб 112.